Ну а еще одним событием культурной жизни города, но уже на этой неделе, станет открытие новой экспозиции «Леонардо и его время» в стенах Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Картины или, если быть абсолютно объективными, точные цифровые воспроизведения великих полотен самых знаменитых художников эпохи Возрождения. Они еще только занимают свои места на стенах выставочного зала, не подписаны, но уже легко узнаваемые теми, кто хоть немного интересуется миром изобразительного искусства. Для начала эта выставка, так сказать, посвящена юбилею, очень такому печальному юбилею, 500-летию со дня смерти гениального Леонардо да Винчи. Это раз. Во-вторых, это выставка, в которой собраны только самого Леонардо 20 вещей. Это очень дорогого стоит. В-третьих, здесь его самые великие современники. Да Винчи, Микеланджело, Рафаэло, Монтенья, Джорджоне и Караваджо. Подлинники их полотен сегодня хранятся в самых именитых музеях мира. Так что увидеть их в Ирбите, пусть даже в цифровом воспроизведении, но не на картинке в справочнике, а в выставочном зале в полный размер. Шанс практически уникальный. Вам не нужно никуда ездить. Для того, чтобы увидеть шедевры вот в оригиналах, которые представлены в этой экспозиции, здесь всего 48 произведений, да? А для этого нужно объединить практически весь мир. Потому что здесь представлены вещи и из Парижского Лувра, из Мадридской Прадо, из Флорентийской Уффици, из галереи Боргезе в Риме, из американских музеев, в том числе из Вашингтонской национальной галереи и так далее. И для того, чтобы видеть оригинал, нужно объединить весь мир. Ну, извините меня, наши дорогие ирбитчане, и не только ирбитчане, это в лучшем случае 1% населения может куда-то поехать. Работы по подготовке экспозиции предстоит еще много, но открытие выставки запланировано уже завтра в 17:00 в залах информационно-выставочного центра музея на Елизаревых. Приглашены все желающие. Юлия Берсенева, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.